Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme GT6T. И сейчас я покажу вам, сейчас мы вместе с вами будем его первый раз настраивать. Нажимаем на стрелочку и выбираем язык. Нажимаем далее, выбираем регион, нажимаем продолжить. Здесь можем ознакомиться с пользовательским соглашением, с юридической информацией, в общем. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». И здесь мы можем выбрать, как мы хотим настроить это устройство с помощью другого Android, либо iPhone, iPad. Я же нажму «Пропустить» и буду настраивать все вручную. Выбираем сеть для подключения к Wi-Fi и вводим пароль. Также можно пропустить этот шаг и настроить все офлайн. Нажимаем «Сохранить». Окей, я ввела неверный пароль. Еще раз. Здесь мы можем скопировать приложение и данные со старого устройства. Для этого можно нажать «Далее» и проследовать инструкции. Я нажму «Не копировать» и опять же буду все вручную делать. Здесь мы можем войти в Google аккаунт, для этого вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Принимаю». Нажимаем «Ок», нажимаем «Принять». Дальше можем выбрать браузер по умолчанию. Выбираем, нажимаем «Использовать по умолчанию» и поисковую систему. Теперь можем настроить экран блокировки. Я выбираю пароль, выбираю графический ключ. Нажимаем «Продолжить», вводим пароль один раз, далее второй раз. Нажимаем «Готово», и здесь я уже нажму «Дальше». Нажимаем «Продолжить». Здесь мы можем добавить еще один аккаунт, настроить обои. Нажимаем «Нет, спасибо», будем это дальше делать. Здесь нажимаем «Далее». Выбираем вывод на экран, то есть текст, размер его. Я выберу по умолчанию, нажму «Продолжить» и далее выбираем способ навигации, кнопки или жесты. Нажимаем «Готово». И начало работы. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.